О, боже мой. Вайпума из шарама. Шарума? Может, с едой что-то связано? Не знаю. Или какой-нибудь свитер. А, блин, нет, это еда, это буррито. Буррито? Российская буррито ворует идею у мексиканцев. Блин, я ведь хотел сказать. То есть именно это мы постоянно едим в Сан-Франциско, да? Шаурму? Хотя нет, там она какая-то более средиземноморская. Мапуапатаяка. Маршрутка. Блин. Я предположу, что это... Пусть это будет... Обувь. Микроавтобус. Не туда меня ведет. Мат пи вака. Матро мишьёшука. А это... Это боец. Да, это боец. Нет, это кукла. Российская кукла. Опять мимо. Байтипа 6 поа. Так, можно листать, да? Правильно читается... Бьютерброд? Бьютерброд. Это тоже похоже на какую-то еду, может, типа маргарин или масло? Не знаю. Это сэндвич по-русски? Неплохо. С колбаской. Вайпма? Шаурма. Шаурма? Окей. О, я забыла отгадать. Это российская фастфуд-буррито. Мы называем это брекфаст-буррито в Нью-Мексико. Мапуитка. Маршрутка. Я скажу, что это... Зефирка. Микроавтобус. Продолжаем. Еще будут? Окей. Матрёшка. Я скажу, что это... Дом. Это кукла. Так, это читается, наверное... Вайарма? Может быть, я не знаю. Вот слово, вот оно. Шварма? I think it's шварма. Сэндвич, так вы, ребят, неправильно написали по-английски. Шаурма пишется S-H-A-W. Блин, ты не знал? Или он виноват? У тебя проблемы? Шаурма – это очень вкусный сэндвич. So, Маритука? Как читается Т у вас? Не как у нас ведь. Маритука? Маршрутка? Я думаю, что это... Или это матрушка. Матрушка. Такая складная кукла. У меня, кстати, есть одна. Я покупал себе в России. Мои дети любят играть ей. А, нет, я ошибся. Это не матрушка, это микроавтобус. Как это произносится? Маршрутка. Маршрутка, окей. Маршрутка. Может быть, вот это матрушка? Матрушка. Думаю. Во, да, я был прав. Матрушка – это вот эта складная кукла, которую играют мои дети. У меня есть такая. Очень классная. Мероба. Мелок? Мелочь. Это железные деньги. Окей. Я понятия не имею, что здесь написано. Возможно, это Нурмагомедов. Я знаю, что у него много букв в фамилии. Нуком инукибелност. Некоммуникабельность. Это по-английски-то тяжело сказать. На этом все. Вот и все.